Привет, я Нокс, и это завтрак выходного дня. Сегодня у меня вот такие мини-сэндвичи. Там внутри у меня песто, рыбка я доедаю, немножко лучка. Хотела добавить яйцо, но подумала, что яйцо размажется, поэтому лучше я его отдельно сделаю. Яйца у меня с карамелизированным луком. Лук жарим, добавляем сахар и немножко уксуса любого, который вам нравится. У меня бальзамический соус. Очень вкусно, очень сладко, очень склеится задница, да. Немного салата из молодого кабачка, редиски и яблок. Натерла на терке, добавила майонез, чуть-чуть соль, мятка и лучок. Вот такой вкусный. Пью чай зеленый с лавандой. У меня новая любовь, чай с лавандой. Вот. Долго я к нему шла. У меня банка стояла, наверное, года полтора. Странно, что не выветрилась. Что читаю? Сейчас буду листать стишочки, у меня есть дела, надо будет немножко погулять, наверное, по городу. А в метро таскаю пока вот эту книженцу, мне все нельзя. Читаю, не могу сказать, что, ну, типа, я что-то новое узнала, но продолжаю прорабатывать, запоминать все эти психологические техники, когда вам говорят, что вы должны осознать себя, познать, связаться с миром окружающим. А если что, да, вам не нравится, уходите оттуда. И, соответственно, ищите себя. Вот. И Татьяна Мужицкая, этот самый психолог. Она есть на Ютубе, я ее часто встречаю ролики. Она утверждает в этой книге, что если вы найдете себя, у вас все прям замечательно получится. Вот. Ну, не знаю. Я скептик. Хождение по мукам немножко забросила, пока лежит. Может быть, в эти выходные дочитаю. И листаю журнальчики. Как всегда, мои любимые всякие кулинарные. Сейчас лето, все малосольное, свежее. Уже появляются не только свежие фрукты, но и овощи. Вот. Хочу что-нибудь попробовать. Может быть, попробую абрикосов. Что-то я вот очень хочу. Не клубнику. Клубнику я уже пробовала. Она, кстати, была не очень. Вот, не... Черешню тоже, наверное, надо недельки две еще подождать. А вот персики уже офигенные, очень вкусно пахнут. Вот, погода классная, зовет гулять. Сегодня обещаю 22 градуса. Вам хороших книг, хорошего настроения и впечатлений. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Обратная связь для меня очень важна. Если захотите меня найти в других соцсетях, внизу будет обязательно ссылочка на все эти места, где я торчу. Я сейчас активно больше в Телеграме, если честно, потому что там есть фотки моей еды. И, кстати, у меня есть ВКонтакте группа, она называется хэштег «Поварская». Там я пытаюсь свои эксперименты выкладывать, какие-то интересные статьи по поварскому делу. Если вы фанат, присоединяйтесь, комментируйте, пишите ваши замечания, тоже буду рада. Всем пока-пока, хороших книг.